добрый день! Сегодня мы поговорим про My Little Pony. Я думаю, вы их знаете. Но если не знаете, то вот они. Первая изобретательница пони, Бонни Закерли, она жила в детстве в Японии. И у ее семьи был пони по кличке Никер. Но когда они приезжали в Америку, пони взять они с собой не смогли. Вот. И когда она выросла, она нарисовала свою собственную лошадку. Вот как она выглядит. Это было 40 лет назад. Вот. Я, может быть, потом в Телеграм пришлю фотографию своей такой лошадки похожей. Вот. Почти сразу же после того, как выпустили первую игрушку, появился вот такой мультфильм. И главное отличие от современного в том, что в нем участвовали люди. Вот. Давайте посмотрим кусочек, как девочка Мейган попадает в мир волшебных пони. Смотри, падающая звезда! Не пойму, что это такое? Должно быть что-то очень тяжелое. Привет! Привет! Я так же умею летать. Я хотела сказать, что могла, пока мои крылышки не намокли. Извините. Я тебя раньше не видела. Меня зовут Мотылёк. А тебя как? Я Мейган. А ты куда направляешься? Не спеши! Постой! Да-да! Кажется, довольно высоко! Довольно высоко? А для чего? Послушай, а ты умеешь сидеть в седле? А? Я часто каталась верхом. Прекрасно. Куда мы летим? На помощь моим друзьям. А что я должна делать? Ты сильная. И что же? Ты можешь сражаться. Конечно. Ты не боишься летать? Нет, что ты, я часто летала. Ты очень нравишься моим друзьям. Надеюсь. Не скромничай. Встреча с тобой. Станет все танцевать. Боюсь, розовой мечтой одежда может стать. И закружится в небе, летая от счастья и праздника. Мне кажется, ты, дорогая, преувеличила все слегка. И будут в небе кружить, надо мною смеяться и шутить. Свет добра щедро так излучаешь. Это одна только ты замечаешь. Почему ты не хочешь поверить, что совсем справишься? Доверься мне. Мейган, я прошу, поверь, помощь мне нужна теперь. Ты одна нам, Господом, дана. Время лишь один судья. В чем смогу помочь вам я? Ты не сможешь? Боже! Помоги друзьям! Мейган! Вот. А потом люди стали постепенно... Ой. Исчезать. И следующий мультфильм уже были немножко не такие. Little Pony? Да, My Little Pony. Вот. Давайте посмотрим. Ой.
чувствую. А о чем он был? Про мой праздник. Понимаешь, все пошло совсем не так, как я планировала. Не волнуйся, Пинки, это же был всего лишь сон. Разве может у тебя что-то не получиться? Да, ты права. Это ведь был всего лишь сон. Что у меня может не получиться? Печенье, пунш, украшения, уборка. Ну, мне пора. Еще многое нужно успеть сделать до вечера. Мое печенье. Заходите, если сможете. Привет, Пинки. А вот и мы. Здесь кто-то готовится к празднику? Кажется, что-то горит. О, ты такая внимательная, Свити Белл, спасибо. Пинки, ты всегда готова помочь каждой из нас. Пришло время и нам помочь тебе. Фу. Пожалуй, ваша помощь не помешает. Пожалуй. Ну, хорошо, скорее за дело. Это будет так замечательно. Думаю, нам поможет праздничная музыка. Благодаря вашей помощи, Свити Белл, печенье отличное, хрустящее и вкусное. Туларула, украшения такие яркие и красивые. Скуталу, спасибо, что принесла свои любимые игрушки. Чирли, твои истории всегда такие интересные. К вашим услугам. Старсонг, музыка и танцы великолепные. И Рейнбоу Дэш... Мне так нравятся наши колпачки. Печенье, украшения, пунш, игры, истории, песни и колпачки. Догадайтесь, девочки. О чем? Кажется, наш праздник теперь готов к празднику. Мы сделали праздник праздника. Точно, девочки. Пинки права. Ух ты, только подумайте. Как же здорово. Я запуталась. Раз у нас еще не начался праздник, но уже был праздник праздника, что же нам теперь делать? Спасибо, Пинки. И праздник закончится,
большим показом модных шляпок, а победитель получит в подарок корону. Это просто невероятно замечательная, прекрасная идея. Думаю, будет очень весело. О, наверное, модный показ шляпок. Я уже придумала. Да, какой цвет, какая форма. Так как я запланировала вечеринку, вы можете пойти в мой магазин и выбрать все, чтобы украсить свою шляпу. Ты правда хочешь устроить показ мод? А почему бы и нет? Будет так здорово! Ты поможешь, и можно будет выбрать победителя? Конечно! Скорее бы посмотреть, что они все сделают! Я всем благодарна за то, что вы пришли на мой праздник. А сейчас момент, которого мы все так ждали. Большой показ модных шляпок! Начинай, Пинки! Я бы добавила морковки. Много морковки. Нет-нет, много радужных ягодок. Лимонов. Много лимонов. Нет, кокосовых орешков. Здравствуйте, подружки. А что вы рисуете? Просто разные варианты самых вкусных тортиков на свете. О, так значит, вы готовитесь к празднику Свети Белл? Тогда попробуй мой новый тортик. Ух ты! Они все такие аппетитные! Давайте мы покажем их Свети Белл! О, прекрасная идея, Пинки! Она уже очень давно пытается сделать идеальный тортик из своего праздника! По-моему, она уже несколько дней не выходит из кухни! Пойдем скорее к ней домой и постараемся ей помочь! Здравствуйте, девочки! Привет, Свети Белл! Ну, как наш тортик? Да не очень-то. Я целую ночь ищу нужные рецепты для праздника. Та-да! Попробуй мой новый тортик. Ах, но я не могу найти самый лучший рецепт. Все, что у меня пока получилось, это миска пресного коричневого теста. Только тесто? Ну нет, мы тебе поможем, пони. Что ж, они все выглядят так замечательно, но ведь очень важно следовать рецепту, когда печешь что-нибудь. Ладно, теперь осталось ждать. Попробую. Там чувствуются мои
радужные ягоды. Ой, а розовые конфетти чувствуются? А морковка добавила вкуса? А мои кокосовые орешки? А шоколадную крошку чувствуешь? Я целую тонну положила. Ну что? Вкус сложноватый. Ура! Свити был, прости нас. Мы просто хотели помочь тебе приготовить самый необыкновенный торт для твоего праздника. Я знаю. Зато теперь вы поняли, что следовать инструкции очень важно. А смешивать радужные ягоды, шоколадную крошку, орешки, морковку, розовые конфетти, лимоны вообще не стоит. У меня есть идея, но мне понадобится ваша помощь. Thank you.
гонку. Черри победила в скейтбординге, Тула Рула выиграла прыжки, Старсон гонку на роликах, а Свити Белл выиграла в классике. Ой-ой-ой. Что же нам теперь делать? Ух ты, нам нужно 5 таких. Внимание, девочки, большое спасибо за то, что пришли на мой праздник. Но, видите ли, я просчиталась. У меня вроде как только один приз для 5 победителей. Вы правы, вы абсолютно правы. А? Мы все обсудили и приняли решение, что победительница Скуталу. А, что? Я? Но я вообще не участвовала. Ошибаешься. Это ты устроила для всех нас замечательный праздник. И нам было весело. Песню. Ты запела песню, это песня лучше всех. И всегда мы вместе и поем, и песню. Пойте вместе со мной. Старсон! Старсон! Ура! Давайте!
новая каждый день. Играть мы будем с ней. И так весело будет нам, если есть подруга там, где будет весело вам, если новая подружка каждый день. Это все и вправду было? Ага. Так, все ли готовы спеть песню в караоке и станцевать на празднике? Да, конечно! Всем будет неловко. Смотрите, уже светает. Ух ты!
Следующим мультфильмом был My Little Pony Tales. Видно презентацию? Да. Вот. Да. Вот эти My Little Pony Tales. Давайте посмотрим с ними небольшой мультфильм. Видно? Пока все видно. А сейчас? Да. Потом выпустили игру, компьютерную игру, которая называется My Little Pony Friendship Gardens. Не знаю, можно ли мне сейчас поиграть, но вообще можно посмотреть, как она выглядела в интернете. Здесь можно пони причесать, можно ее лечить, покормить, вот, сфотографировать. Кстати, альбом. А 10 лет назад мультфильм долго показывали старый, и только 10 лет назад появились такие пони, которых мы привыкли видеть сейчас. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, это PewDiePie. Она работает. Кстати, вот, надеюсь, вы заметили, вот, это Радуга Дэш, а это PewDiePie. И они называются точно так же, как вот в том старом мультфильме. PewDiePie вообще осталась такой же веселенькой. А это теперь только стало заниматься облаками. Вот это одежда и рарити. Это библиотекарь. Вот это Эпплджек, она работает на ферме. А это Флаттершай, у нее есть свой приют для питомцев. Вот. Давайте сейчас посмотрим. Видно? Да. Что? Это тот, кто сейчас выпустили? Нет, мы про New Generation будем в следующий раз говорить. Нет. Скорее всего, я буду его показывать. Вот, целиком, может быть. Вот. Это такой довольно старенький. Такой, My Little Pony, дружба, это чудо. Слышали? Не знаю. Мой пони-пиль так сияет, сотни искрятся лучей. И это уж точно я знаю, удачным будет новый наш день. Вот наш мэр идет на работу, перьев радужных здесь продавец. Доброе утро! Мой пони-пиль, он уютен и мил, будет он таким всегда, обойдет его беда. Ясное утро настало, сотни искрятся лучей, и это уж точно я знаю, удачным будет новый наш. Радуга, это не смешно. Извини меня, дорогая, у меня не все получается с грозовыми облаками. Что-то мне подсказывает, день будет неудачным. Милая пони, милая пони, милая пони,
чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь, и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба — это чудо. Что ты делаешь? И что случилось с твоим знаком? Что ты имеешь в виду, Искорка? Я просто занимаюсь своим делом, так было всегда. Разве мое небо не самое красивое? Внимание! Только в ноябре! Возвращаем до 99% стоимости. Что мое прошлый сезон? Где радуга? Почему она не разберется с этим? До сих пор не понимаю, зачем ты меня разбудила. Я люблю спать во время дождя. Дело вовсе не в погоде, Спайк. У Рарити знак отличия радуги, и она сказала, что это домик радуги. Творится что-то странное. Привет. Радуга, почему Рарити выполняет твою работу? И что во имя Эквестрии здесь творится? Ни капли послушания, повсюду шум и гам. Какое наказание, непроста моя судьба. Что делать, я не знаю, все в доме кувырком. Но справиться должна сама, ведь отмечена особым знаком я. Их рассмешить стараюсь я, и так улыбки жду. Только что бы я ни делала, на лицах только грусть. Дарить веселье, шутки, и есть моя судьба. И в этом я уверена, не могу поспорить с этим знаком я. Я фрукты вряд ли соберу, пока такой тяжелый труд. Как ни стараюсь, не могу я эту починить трубу. И ничего нельзя забыть, не просто мною быть. Но такова судьба моя, своему послушно знаку быть должна. Что же это у меня тут платье может быть? Вообще-то вышло так себе, я не умею шить. Ах, был бы рядом кто-то, кто смог бы научить. Ведь такова судьба моя, и ослушаться ее никак нельзя. Я люблю менять погоду и хочу всем угодить. Вот после солнышка мороз, ожоги охладить. Я с вами буду честной, весь день стараюсь я. Ведь такова моя судьба. Моя судьба. И таков мой новый знак. Таков мой новый знак. Предначертана отныне им судьба. Это плохо. Это очень-очень плохо. Что происходит? Что с ними случилось? Вчера вечером, когда ты принимал свою семичасовую ванну, мне пришло срочное письмо от принцессы. Дорогая Искорка, заклинание на последней странице книги – тайный незаконченный шедевр Свирла Бородатого. Он не смог завершить его и в конце концов бросил. Полагаю, что только ты сможешь разобраться и переписать его. Принцесса Селестия. От одной к другой, от другой к одной. Знак судьбы избран и исполнен. Ничего не понимаю. Здесь даже нет рифмы. Я прочла заклинание, чтобы понять его. И вроде бы ничего не произошло. Но теперь ясно, что тогда случилось. Заклинание изменило элементы гармонии. Наверное, из-за этого перепутались и знаки. Значит, надо прочесть другое заклинание. Другого заклинания нет. Прочти заклинание памяти, которое ты использовала, чтобы победить Дискорда. Дело не в памяти, Спайк. Изменились личности всех в фоне. Заклинание Дискорда от лихорадки? Это тоже не поможет. Может, все не так плохо, и нашим друзьям понравятся их новые жизни? Нет, Спайк. Они больше не те, кем должны быть. Изменились их судьбы. И это моя вина. Как сумею я помочь своим друзьям?
Перестань, Искорка. Ты найдешь способ все исправить. Они же твои друзья. Ты прав, Спайк. И они для меня самое главное. Мои друзья. Искорка, ты в порядке? Я поняла. Я знаю, что делать. Знаешь? Я не смогу напомнить им, кто они, но я могу показать, что они значат друг для друга. Они найдут потерянную часть себя и помогут подругам, которые для них очень важны. Вперед, Спайк! Флаттершай! О, привет, Искорка. Куда ты собралась? Назад в Клаудсдейл. Не знаю, что я делаю не так и почему не могу никого рассмешить. Пока ты здесь, Флаттершай, может, ты захочешь помочь Радуге? Она не справляется со своими животными. Но я совсем ничего не знаю о животных. Но зато ты кое-что знаешь о Радуге. Я знаю, что она настоящая подруга. И я сделаю все, чтобы помочь ей. На помощь, Радуга! Я здесь, скорей! Меня схватили! Скорее, Искорка, спаси ее каким-нибудь заклинанием! Нет, Флаттершай, только ты можешь помочь. Ты нужна Радуге. Здравствуйте, лесные жители. Я знаю, что вы очень сердиты и решили проучить Радугу, но мы будем очень признательны, если вы успокоитесь и немного отдохнете. О, смотрите, вот сочные листья, попробуйте. А еще, смотрите, хрустящие аппетитные желуди. А вы не хотите устроить перерыв и немного перекусить? Послушайте, вы все рассердились, потому что проголодались. О, мне стоит благодарности, маленькие друзья. Невероятно! Кажется, я их понимаю. Я... Странно. Как будто это мое призвание. Будто это настоящая я. Моя судьба! Дома бывает сложно сосредоточиться. Ищите креативные решения. Находить решение просто. С видеоответами в приложении Google. Что? Что случилось? Флаттершай, твой знак отличия. Получилось! Получилось! Ты стала прежней, я так рада! Теперь помоги нам. Твой лучший друг от беды спасет. Только так будет на земле, придет всегда на помощь твой друг парень. А, простите, здесь ваша подруга, помните? Рарити сейчас одна, она старалась так, как могла. Выручай, используй свой шанс, ведь сумеешь ты тучи разогнать. Твой лучший друг от беды спас. Но требуется твоя помощь. Эпплджек пытается шить платье. Все ясно!
Пинки Пай запустила ферму Эпплов. Надо помочь Эпплджек. Ферма в беде? Нельзя это так понять, вы согласны? Пинки Пай пропадает. Поспешим же скорее к ней. Ведь на выручку прибегает тот, кто любит своих друзей. Кто лучший друг, как и ты спасет. Он будет рядом, не Поздравляю, Искорка. Я в тебе не сомневалась. Принцесса, я не понимаю, что я сделала? Ты сделала то, что никому раньше не удавалось. То, что даже великий единорог Свир Бородатый не смог сделать. Потому что он не понимал силу дружбы так, как ты. Ты хорошо усвоила уроки, полученные тобой в Пони Вилле. Ты доказала, что готова, Искорка. Готова? Готова к чему? Смогла долгий путь пройти, и я знаю все твои шаги. Росла твоя сила, ты много училась, ты преодолела так много бед, и я тобой горжусь. И пришло время чудных перемен, настал он. Семейные вечера превратятся в опасное и за... Вот. Больше мы пока не успеем, я... В следующий раз поговорим об остальных пони. У вас, так, я вижу два вопроса.
Давай, Мирослава. Мирослава, ты руку поднимала, у тебя микрофон выключен. Хорошо, София, у тебя тоже была рука поднята. Хорошо, если никаких вопросов нет, то мы можем заканчивать. До свидания. Спасибо, что пришли.